Лукавые подозрения. Вы когда-нибудь кого-нибудь в чем-нибудь подозревали или нет? Я подозревал и думал, и мог даже рассказывать кому-то. И когда я рассказываю кому-то свои подозрения, это становится сплетней. Правильно. Так же самое и у вас. Друзья, я сегодня хотел поговорить именно об этой теме, когда мы способны рассуждать и так глубоко рассуждать о ком-то на основании каких-то наших мыслей, умозаключений. Мы можем человека считать врагом из-за того, что он там делал кому-то или нам, или мы думаем, что он делал нам, или думаем, что делал кому-то. Итак, мы способны подозревать, но нужно ли это нам? Мы можем быть детективами, всякие, значит, слаживать за и против, что получилось, что могло получиться, кто с кем, где, когда, много чего. Я помню фильм, раньше был в детстве, я его смотрел, военный фильм «Обратной дороги нет». И в этом фильме главный герой весь фильм пытался найти, вычислить предателя внутри своей группы. Ему не получалось, он думал, то один, то другой, то третий, а настоящего предателя он не смог найти. Что-то похожее происходит иногда в нашей жизни. Мы пытаемся найти или сделать кого-то виновным в чем-то, и начинаем думать, начинаем говорить об этом, начинаем сами себя накручивать, и оно дает свои негативные результаты. Иногда у нас факты налицо. Вот смотрите, я вам библейскую ситуацию приведу, когда праведный человек, хороший человек, смотрит на факты и делает заключение. Но заключение неправильное, хотя человек праведный, хотя факты у него есть, но заключение неправильное. Какой человек? Иосиф смотрит на свою будущую жену и видит, она беременна. Если она беременна, он знает. То есть факт первый, она беременна. Факт второй, не от него. Заключение неправильное, заключение, что она где-то может быть с кем-то другим. Единственный случай в истории всей Вселенной, когда в рождении человека участвует Бог. Дух Святой снизошел на Марию, и она зачала от Духа Святого. Это было без вмешательства человеческого. И Иосиф сделал неправильное умозаключение, поэтому Бог через ангела во сне открывает Иосифу. Иосиф понимает тогда, как правильно, и ангел рассказывает, как назвать и так далее. Мы часто делаем какие-то свои заключения, мы часто думаем, рассуждаем, подозреваем кого-то даже в каких-то неправильных действиях. Первое подозрение в жизни человечества было на кого? К сожалению, на Бога. Почему? Потому что подозрение кто-то послал, кто-то сказал, а подлинно ли сказал Бог? Правду ли Бог говорит? Подозрение. Что-то Бог вам не хочет полностью рассказать, что-то Бог от вас хочет утаить. Вот как-то так оно выглядело. Но это была неправда, это было лукавое подозрение в полном смысле этого слова. Подозрение, которое дал сам лукавый, сам сатана. Это страшно, это плохо, это ужасно. Но также и в нашей жизни подозрение дает сатана для того, чтобы разрушить. Ну, смотрите, для того, чтобы победить врага, можно с ним бороться, а можно по-другому.
Помните, как Гедеон победил Медианитян? Помните? Вот именно так. Они думали, что на них напали враги, и они начали друг друга убивать. Гедеону там мало что надо было делать. Просто они кричали, там кувшины бросали. В основном они друг друга сами убили. Вот то же самое пытается сделать дьявол в среде верующих людей. Чтобы люди ненавидели друг друга, чтобы люди подозревали друг друга, чтобы люди говорили друг на друга, всякую грязь выливали. Ему это выгодно. Видите, проблема, чтобы враг хочет, чтобы его не увидели. Он хочет спрятаться, а сделать кого-то врагом. В Библии говорится о том, что есть люди, которые противники. Так Библия говорит, это 2 глава Тимофея, 2 послание, 25 стих. «С кротостью наставлять противников не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Дьявол уловил людей, этих противников, в свою волю. Что мы можем сделать? Мы можем начать их ненавидеть. Можем начать неправильно относиться. Можем подозревать их. Они в ловушке. Они в сети дьявола. Их надо с кротостью наставлять. Их надо с кротостью наставлять. О них можно молиться. Друзья, дьявол хочет перессорить христиан, чтобы они друг друга ненавидели, чтобы себя считали самыми лучшими. Номер один, самый лучший, самый лучший. Все остальные, такие вы грешники, вы не знаете, как по-настоящему это переводится, вы не знаете, что на самом деле это значит, вы не знаете, как этим надо пользоваться и так дальше, и так дальше. На уровне церкви одной, дьявол хочет перессорить. На уровне разных церквей хочет перессорить. Но мы можем не идти такими большими шагами. На уровне стран тоже это то же самое происходит. Разные страны. Дьявол хочет перессорить людей, чтобы они доказывали свою идентичность. И не видели душу другого человека. Не ценили душу другого человека, чтобы ценили свою страну, свою родину. А другой человек, ну... Вот это что-то маленькое, а вот Родина, Родина. Друзья, мы должны понимать, что подозрение – это не то, к чему нас призвал Господь. Вообще о любви говорится, любовь всему верит. Она всему верит, она не все подозревает. А оно, знаете, вот такие подозрения, они рушат не только страны, они рушат не только церкви, они рушат... Они разрушают отношения друзей. Они разрушают отношения мужа и жены. Жены и мужа. Родителей и детей. Детей и родителей. Братьев и сестер. Вот такие лукавые подозрения, когда человек начинает думать, а что же он или она хотела или хочет мне сделать? Что же они имели в виду, когда они так и так и так поступили или поступают? Друзья, и на самом деле иногда эти подозрения, они могут быть оправданы. Они могут быть правдой в той или иной мере. Может меньше, может больше. Но если мы будем больше снисходить друг другу, если мы больше будем прощать друг друга, меньше носить папочек каких-то уголовных друг на друга, а мне сказал вот он то сделал, то. Посмотрел вот так, не поздоровался, не поздоровалась, не дал, когда мог дать, дал, когда не просила и так дальше, и так дальше. Друзья, лукавые подозрения – это то, на чем нам не стоит строить наши отношения. Наши отношения мы должны строить на любви. Даже если кто-то неправильно поступает, любовь все переносит. Любовь, она молитвенно будет возносить вот эти неправильные поступки. Она будет молитвенно относить это к престолу благодати. Друзья, я не хотел бы, чтобы
у вас или у меня были лукавые подозрения. Может, кто-то слушает эту тему и думает, это точно мне говорит, это точно меня пытается вот научить-то. Друзья, темы, которые я открываю здесь, я сам учу себя. Я себя учу. Когда я что-то говорю, я потом Дух Святой мне открывает, я понимаю, о, а там-то я сказал тему, а сам-то вот там неправильно поступил. И прошу у Бога прощения. И там неправильно. Друзья, я тоже способен подозревать. И тоже иногда это делаю. И тоже каюсь, что делаю неправильно. Поэтому и делюсь этими мыслями. Я хотел бы, чтобы мы меньше подозревали друг друга. И больше молились друг о друге. Насколько больше это будет пользы. Помните послание, первое послание Иоанна? Оно так интересно заканчивается. Там такие красивые слова. Я сейчас хочу вместе посмотреть и вместе обратить на них внимание. Смотрите, 1 Иоанна, 5 глава, 16 стих. «Если кто видит брата своего, согрешающего греховник смерти, то пусть молится». Пусть молится, друзья. Как нам хочется сразу же рассказать кому-то. Мы видим грех какой-то. Это уже факт, там уже грех. И мы готовы, и мы хотим, и мы рассказываем. Пусть молится. Как, насколько лучше, если мы будем рассказывать туда, в небеса, нашему Господу Богу. Насколько лучше, когда Иисус будет знать это, чем будут все знать, а Ему мы не расскажем. Наши подозрения, наши боли, наши печали. К сожалению, в семьях тоже, может, жена ревнует мужа, муж ревнует жену свою. Друзья, открытые, прямые, честные, добрые, любвеобильные отношения – это то, что нам надо. Давайте будем молиться друг о друге. Давайте будем меньше подозревать друг друга и больше стоять в проломе друг за друга. Пусть Господь благословит все ваши семьи, вас лично, в жизни, в служении, в поклонении нашему Господу. Пусть Господь благословит, чтобы мы не подозревали друг друга, а поддерживали друг друга, молились друг за друга, прощали друг друга, снисходили друг друга, любили друг друга. Да благословит нас всех в этом Господь. Аминь.